have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и мы с вами в Top Radio. Продолжаем как раз с этого момента, где нас в прошлый раз грохнули. Ну, по одной простой причине, что игра отказывается нам просто давать сохранение у костра, но дает нам автосохраняшки. Ой, это я возьму. Можно еще раз перезарядить, не? Максим. Гранаты, в смысле, для гранатомета. Среднее прицеливание, чтобы... А, это у меня на автомате гранатомет. Все. Я что-то протупил. То есть, так... Ага. Кидает она гренки отвратительно. Я только сейчас топом. То есть, ну-ка. Не попал. Ну, вылези. Да? Серьезно? Найдите лагерь. Блин, это я и пытаюсь сделать с прошлой серии. Найти, блин, лагерь. Так, гренки и патрончики. Стойте, так что, можно теперь прям ходить с автоматом, что ли? На него и патроны дают. Это интересное кино. Хорошо, давайте попробуем. Гренок дают прям дофигища. Выше надо или что? А, можно было обрушить? Ты что, блин, за Дункан Маклауд такой? Живут, ты прикинь? Так, хорошо. Да, гренок дают много, поэтому я просто сейчас ими разбрасываюсь. Насколько я понял, это вроде как такого туториала по гренкам. Да, их прям... Ха-ха, 7 штук максимально. Но патроны на автомат заканчиваются. Это не очень красиво. И тут гренки. Прям много. 7 патронов на автомат. Хорошо. Нам там... стой, вот и лагерь. Блин, мы столько не дошли до лагеря в прошлый раз. Серьезно. 3 минуты. Вот 3 минуты по таймеру сейчас. Ладно. Помповый дробаш, модификация оружия. Нет предыдущей модификации. Круто, мы получили, получается. Помповый дробаш, дробак. Блин, что я несу? Помповый дробаш выполнен. Так, хорошо, навыки. Честно, забыл нафиг все, что я собирался вкачать. Я довольно долго не играл. Давайте вспоминать. Ладно, я тут немножечко почитал, что к чему. Выходит, мне сейчас куда-то сюда надо вкачиваться. У меня есть вариант или вот кидаться грязью, какашками, всякое такое. Или же ледорубом наносить ужасные увечья. Давайте, наверное, вот это. Нажмите F, чтобы добить. Минуточку, это же у нас было... я что-то путаю или где-то. Ну, не знаю, ребятки. По-моему, у нас F на. Ну, как бы добивалка на F нашу и была уже. Ладно, давайте посмотрим, что можем качнуть. 900 деталей. Ага, а вот и дробашек. Что улучшилось? Кожух ствола. Так. Рукоятка. Помогает стабилизировать оружие, уменьшить отдачу. Надо. Обмотка приклада, зарядка автоматическая, доставка патрона ускоряет перезарядку оружия. Кстати, это нужно. Съемная насадка. Уменьшает разлет, увеличивает дальность. Вот это хочу. Потому что сейчас, чок нам нужен. Сейчас дробаш просто беда. Зажигательные патроны, эта модификация позволяет стрелять пулями с зажигательным составом.
Это будет по умолчанию, оно будет всегда стрелять зажигательными, или это нужно будет переключаться? Вот это интересно. Ну, давайте попробуем. Немножко вложились в дробаш, осталось у нас... Мы, кстати, самые дорогие улучшения взяли, да? Которые были. Осталась у нас рукоятка, потом апгрейд на эту рукоятку, и потом перезарядочка. Хорошо. Все, давайте тогда... Ну, потому что пока что дробаш был довольно бесполезен, хотя бы даже на средних дистанциях, я уже даже не буду говорить про дальние. Понятно, что он для этого и есть, для ближних дистанций, но все-таки хотелось бы... Где он у нас на тройку? На тройку, да. С чоком. Нормально. Так, мы лезем в далекие края. Ну, по крайней мере, с... Да-да-да. С моим скиллом сейчас можно получать лут из трупов, ну, в смысле, детальки и всякое такое. Можно побыстрее прокачивать пушки. Это неплохо. А вы мне предлагаете выстрелить здесь, да? Да. Прикольно, блин, ее отбрасывают. Давай сюда эту грену. А, катсцена пошла. Окей. Stay away from me. Come with us. We won't hurt you. Stay back. Sam! We need her alive. Run! У нее пушка, она по ним стреляет. Реакция. Беги! Ладно. Так, дробаш, хорошо. Да, вы должны ее найти, я ж не спорю. Ага, опять гранаты. То есть это сейчас становится такая популярная механика. Мне же не надо торопиться, я надеюсь. То есть это... Ты встанешь, нет? Да, он встанет. То есть грены против людей, они не очень-то действенны. Они... Ты что делаешь вообще? Здравствуйте. Ну, тут вы мне ничего не сделаете. Тут я вам сам что хочешь делаю. Бах. Блин. Так, чувак, никто же не прячется. Да ну! Они убегают от меня! Вон он. Но через дырочку в него попасть не могу. Класс. Сам себе закинул, что ли? Ой, дурачок. Да, туда дробаш уже не достает. Ого! Че, убили, что ли? Прикольно. Да, ну не знаю, они какие-то, то ли они неубиваемые, то ли они бесконечные. Сейчас будем смотреть, что из этого.
Ой, блин, не знаю, вот это вот иногда поведение, как паралитичка, она такая, и она не знает, короче, что происходит. Бум! Его это не убило, ну, в принципе, неудивительно. Я промолчу просто. 4 грены было. Привет, крадемся? Не здоровья тебе, что я тебе скажу. Итак, что вы мне можете тут на это поставить? Не-не-не-не-не, короче, нет, ребят, автомат здесь не вариант, вот вообще. Но он не... Кого ты кинул это только что, не скажешь? Ну вот смотрите, вот у них автоматы точно такие же, как и у меня, они никчемные. Вот это, вы видели это? Да блин, shift, это бежать должно быть. Я нажимаю shift, оно начинает, блин, ползать по этой фигне. Угу, спасибо. О, до свидания. Удачненько. Так, хорошо. Где? Что за х и где? Ты, блин, Джон Рэмбо. Живем, да? А, вы броневики, что ли? Попал. Да хорош, блин, как вы так кидываете через угол? Ну это ж вообще нереально. То есть он кидает явно откуда-то... Тут игра начинает уже прям мошенничать. Вот, вот как? Откуда это прилетело? Я напрямую не вижу ни одного человека. Кто? Просто забейте. О, я тебя тоже увидел наконец-то. О, убил одного, прикиньте. Я думал, эти гранаты вообще бесполезные. Из них кого-то можно убить, оказывается. Уже не знаю, как это получилось. Да, они, видимо, все-таки тут просто дофига бесконечные. Потому что они шли и шли. Я думал, просто не убивая их, потому они идут. Но нет, они тупо идут. Да, в общем, я потихонечку забываю, то есть во всех нормальных играх shift это бег, я забываю, что здесь shift это не бег, когда мне надо скрыться, я... А, кто-то еще орет. Я нажимаю shift, но она ни разу не бежит, начинает ползать на карачках, поэтому меня убивают, очень прикольно. А, да, это грены те же самые, да. Томатные патроны, лутецкие, грены,
Грен дают очень много, но они летят настолько убого и настолько низко, мало, и, короче, не знаю. Мне не понравилось ими пользоваться. Но мы насобирали деталек, что уже хорошо. Блин, грен просто реально дофига. Я должен был это все разбирать гренами, но почему-то оказалось легче пистолетом. Так, тут ничего нельзя стырить, например. Ладно. Я туда хочу забраться. Там лут. О, спасибо. Вот я себе на еще одну улучшенницу, кстати-то, и насобирал. Не знаю, вот попробовал дробаш. Говорят, что он, типа, на средних дистанциях, на средних дистанциях... Что, тупая, что ли? Запрыгни. На средних дистанциях он вообще никакущий. Вот опять же, shift. Не может она туда попасть. Ладно, фиг с ним. Опять грены. В общем, грены с автоматными патронами стали давать вместе практически всегда. О! Опять пулеметик. Э, бочки одноразовые, вы чё? Не-не-не-не-не! Блин, бочки реально одноразовые. Что в смысле огненные стрелы? Понятно, мне куда. Шифта у нас нет, бегаем как можем. Спрыгни. Спасибо. Да подвинься ты, вот, спасибо. Ла-ла-ла. Это была такая актерская игра, типа, о, что я натворил, нет, я убился. Так, этого чувака, видимо, уже не достану. Кстати, мне грены предлагают. Кстати, не уверен, что хочу ими пользоваться, но, видимо, да, мне тут без выхода. Ваншотать? Серьезно? То есть до этого ты попадал 100-500 раз и был... Ой, нет, ну не знаю. Угу, я понял. Ну, я нажал Space, пропусти, чё же... Да-да-да-да-да, бежим сюда. Видите, он бесполезный. Тут даже чувака не будет, а он будет там. Все, все, выздоравливай, давай. Узбогойся. Теперь он был здесь, он, видимо, тогда успел перебраться или уж я не знаю что. А куда я должен отсюда, извините за нескромный вопрос-то? Туда? А как я туда попаду? Стоп, что-то... А, вот это взорвать? Нет. А как тогда? Стесняюсь спросить. То есть...
Я знаю, что выстрелить из подствольника, да-да-да. Вот так? Ну да, круто. А дальше куда? А, дальше мне тут дверь просто открыли, я понял. Ай. Глупо. Ладно. Head for Roth. I'll follow. And Sam, don't get on the helicopter. Just trust me. Please trust me. Go! Ты убегай, но главное не убегай. Главное не садись в вертолет. Но ты убегай, да. Так. Вытащи. Перезаряди. Не надо? Не надо. Хорошо. Нам туда. Нам туда. Ну хорошо. Покрашено белым, значит можно залезть. Давайте пробовать. Ага, понял. Понимать. Прыгай. Ну, это было несложно разгадать, ладно. Тут еще во время прыжка был виден на тот момент, когда ей нужно куда прыгнуть. Oh, no. I've got to stop them from getting on the helicopter. Давайте не на время, пожалуйста. Уничтожи. Минуточку, то есть это то ружье, которое... Беги, чё? Блин, вот это... Ой, это очень подлый прием, когда у тебя катсцена резко превращается в геймплей. Ты такой сидишь, смотришь, что вы проходите... А, не, чувак, на, теперь ты управляй. Причем то управление было на 1.5 секунды. Давно не было этого говнеца. Да, F надо было нажать. Кутаешки и подставы. То есть, какие... Ой, давно мы как-то не мучили. Вот, вот сейчас тоже сам... Ай. Причем управление перевернутое. Ты-то понимаешь, что надо бежать вперед. Вперед бежать нафиг не надо. Бежать надо назад, потому что камера так повернута. Я уже клацаю заранее эти КТЕшки. Есть. Сюда. Минуточку, но... Да прыгай уже. Тут все горит или горит? Я могу лутануться? А, не, не могу я тут лутануться. Нифига, все. Побежали. Не знаю, вот эти вот моменты, мне кажется, крайне подленькими. Резко вот в какой-то... Смотришь катсцену, и резко тебе дают в руки управление. Типа, а, на, ха, сдохла шара. Типа вот так вот. Прыгни! Вы типа это делаете зрелищным, но вы не даете насладиться зрелищностью, потому что... Куда я должен... Куда я должен был прыгнуть, по-вашему? Ой. То есть, или вы делаете качественные катсцены, да залезьте уже. А, вон туда я должен был прыгнуть. За... В
Выше залезь! Криворучка. В тот самый момент, когда делаешь, блин, все для того, чтобы спасти игру, чтобы она смотрелась хоть немножечко, а игра тебе кривым управлением максимально в этом вредит. Да. Прыгай уже давай, ну. По сути, они все свели к двухкнопочному управлению и к УТЕшкам, вместо того, чтобы сделать нормальное управление. Ты только нажимаешь вперед и прыжок. Да прыгай уже. Шифта же у нас нету, опять же. То есть вот здесь можно было бы спокойно сделать shift, чтобы ты более нервничал, чтобы ты такой бежал. Пусть даже клацать shift, я не против, но shift здесь нету. То есть ты просто все сводится к тому, что ты нажимаешь вперед и действие, и резко к УТЭшке, и ты проигрываешь. Ну, приходится переигрывать. Ну, классно. Да просто этих неудачников. We can't leave them behind. We have to land. No way, not in this weather. We can't leave them behind. I barely made it here in one piece. Мешать пилоту делать его работу в такую погоду. Ох ты тупая совсем что ли, офигеть. Пилот, опять же, тоже придурок. Блин, чувак, нафига ты ведешься? Они тебя явно не убьют. Они же все при этом разобьются. То есть... А. Каждый раз, когда я сажусь играть в эту игру, я себе говорю, слушай, надо успокоиться. Здесь нет сценария, здесь... Все нелогично, просто перестань на это реагировать. Здесь не будет никакого логичного пояснения, не будет ничего. Хватит бомбить из-за этого. И каждый раз эта игра меня достает, я не могу сейчас этим поделать. А, наверное, я просто не привык к такому фастфуду. И... Потому меня это раздражает. Ладно, ребят, не обижайтесь, если что. Откуда ты знаешь, что у нее нет сердцебиения? Ты ни пульса не послушал. Ни... Ладно, опять зацепляюсь за вещи. Хотел полапать, просто скажи, хотел полапать. И все, все нормально. Знаете что, да? Что нужно отдать должное этой игре? Она довольно кинематографичная. В плане постановок сцены и всякое такое. Естественно, именно на последнего чувака у вас не осталось патронов. И вот именно в этот момент, который должен... А, и опять он в этого не попал. То есть ты перезарядился или ты другой пистолет достал. Но, к сожалению, я знал, что здесь это будет так. А, он второй пистолет достал. Вот. Они в угоду веяниям не могут пожертвовать женским персонажем, поэтому приходится убивать мужских персонажей разной степени важности. Поэтому, в принципе, я знал, что это случится, и поэтому я не могу сейчас никак сочувствовать или переживать. Убейте Сэм там, я не знаю, убейте еще кого-нибудь. Почему? Ну ладно. Так вот, кстати, да, кинематографично здесь присутствует и такой чисто производственный момент, как выбор превьюшек. Здесь не тяжел, потому что здесь хватает красивых кадров, которые можно выхватить. Как они сюда добрались? Пешком. Как они знали, что они здесь? Во-во-во-во-во! Вот! Неужели кто-то правду говорит? You're right. I shouldn't have said that. It's just...
В смысле зря сказала? Я единственный человек, который сказал хоть что-то правильное за всю игру, ее моментально заткнули. Кстати, заметьте толерантность. Белая, азиатка и черная. Этот Самоа... То есть, это не может быть группа из 5 белых людей, как это обычно бывает. Нет, давайте каждой расы и каждого пола по одному втыкнем, еще и разные... Ну, смотрите, азиатка, черная и белая. Ну, вы серьезно? Каковы шансы, что такое случится? Не в фильме, не в игре, а вот в реальной жизни. А, come on. Знаете, в такие моменты я гораздо больше начинаю ценить европейские и скандинавские фильмы. Посмотрите скандинавские фильмы, ребят. Там нет такой фигни. We just gotta regroup, come up with a plan, you know? You just don't get it. Any of you. Something won't let us leave. Something? Lara, you need sleep. Look, I'll be the first to admit that I usually go in for the weird stuff, but this place is off the charts. I'm not dying here. I'm fixing that boat and we're leaving. You know this island isn't right, Jonah. I know you do. All I know is that we can't use logic to understand this place. I know you think your instincts are a weakness, but they're a strength. Trust them. We need you, Lara. The big man's right. I can't leave him yet. I need time. You know where we'll be. Come down when you're ready. Ребят. We won't go anywhere without you. Вот в этой точке игры я примерно на 90% уверен, что ни один же персонаж здесь не погибнет. Если это окажется правда под конец игры, то это будет полнейшая фиаско. Но у меня такое ощущение, что у них просто не хватит смелости убить ни одного женского персонажа здесь. Gonna do. You've got great instincts, girl. You've just got to trust them. Да, инстинкты. No one leaves. The storms. They're linked to the power of the Sun Queen. That's what's stopping us leaving. То есть до тебя только дошло? The monastery has a ritual chamber. If that's what the Storm Guard are protecting, the answer to stopping the storms must be in there. Hidden river entrance. The boat. I'm going to use it to go inland to the ritual chamber. Ну, звучит неплохо, звучит как план. Поехали. Да, я только я качну сначала все, что мне надо, и поехали. Это ж костер. Джона. Ну это костер. Damn it. Найди новый лагерь. Болото. Вепрь. Получено новое снаряжение. Новый пистолет, что ли? Новая модель. Блин, ну почему здесь нельзя передохнуть? Блин, кого я спрашиваю? А, за... здесь можно. Там не считается, здесь можно. Хорошо. Блин, а у меня очка навыков-то нету. Я что-то думал, что я получил. Хорошо, значит... удобная рукоять, уменьшает отдачу, глушитель. А вот это я хочу. Теперь у нас появилась еще и удобная рукоять. И она, кстати, не так дорого стоит. Два.
Ну, выходить из режима глушителя я там просто не вижу тогда смысла, потому что у нас есть шумное большое оружие, а там тогда... А, оттуда я пришел, тьфу ты. Вот опять нажимаю Shift, он начинает опять ползать на карачках. Ну, у меня просто инстинкт уже... Хочу бежать быстрее, Shift. А здесь-то так не работает. Ну, ладно. Торвелетик. Главное, в этом вот крушении они выжили... То есть у них был отличный шанс слить персонажа, убив его вертолетным крушением. Но для придания драматичности момента они сделали вот эту вот тупую сцену с топором и пистолетами, которая, к сожалению, все разрушила. То есть я бы, пожалуй, посочувствовал бы персонажу, если бы он погиб вот, в авиакатастрофе. Это печально, но от этого никуда не денешься. Но нет, давайте мы все испоганим. Так, там что-то блестит, пойдем почитаем. А, это просто тайничок. Хорошо. Так, ладно. Инстинкт. Выживание я. Ну-ка. Я, наверное, пистолет. Oh, ну, да, тихо, вот, пистолет с глушителем, тихо. Я не могу присесть. Ни Ctrl, ни C не работает. То есть она приседает только когда она считает нужным. Бежит только если она считает нужным. Ну, короче. Да, глушак работает так, как от него и ожидаешь в играх. Он абсолютно бесшумный. Я тут не буду жаловаться, что это не... не соответствует действительности, потому что во всех играх это делают так. Тут я не буду жаловаться. Этим грешат абсолютно все игры. И вот это можно скинуть на игровую условность. Где трупак? А, вот он. Как кусок говна лежит незаметный вообще. Мы топаем громче всякого слона, но нас почему-то не слышат. Ну, как бы и ладно. О, ачивочка, спасибо. Waste of time, вы правы, ребят. Пардон, чувак. Get the wolves out here! Да блин, ёпрст, она застреет в деревьях. В смысле, у них волки дрессированные, что ли? Мало того, что они дрессированные, они еще и бронированные. Прикольно. Звучит как какой-то трешак, знаете, броневолки. Или, ну, блин, такие фильмы в категории Б обычно. Да хорош строчить, вы меня уже давно не видите, потеряли. Я Джон Крофт! Да, блин, убили. Нельзя было поднимать шум. Надо было их по стелсу быстренько всех перефигарить. Отсюда же? А, не, ну нормально. Возьми! Ты не мог меня увидеть. Что-что, чувака, увидеть ты меня не мог здесь.
Он... Да запрячься ты за преграду! Че, опять убили? Ладно, ребят, ну, давайте попробуем еще раз. Ну, не знаю, как-то... Первый раз получилось прям удачно. Значит, опять лук вытащить, да? У нее не одет глушитель. Я только сейчас это понял. А кого фига у нее не одет глушитель? Вы мне не подскажете? Да-да-да-да-да, расскажи мне. Всех переколбасим. А вот сюда надо было гренку. Ну вот и все. Давайте полутаемся. Тихая охота. Что, блин? Грибы. Можно, пожалуйста, вот это кровавое марево убрать с экрана? Спасибо. А, это еще и не все. Ну идите сюда, поговорим. Все, поговорили. Зачем вот это здесь? Ладно, неважно. О, отдохнуть в лагере. Отлично. Лагерь оказался прямо здесь. Это очень удачно. Блин, у меня немножечко деталей не хватает. 278. Ладно, ребятки, давайте тогда на этом месте закончим эту серию. Честно, я хотел по стелсу. Первый раз получалось даже неплохо. Потом накосячил глушителем. Ну, меня загрузили без глушителя, согласен. Ладно, ребятки, все. На этом пока что хватит. Продолжим в следующей серии. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда.